Сенькину. Или Сенькину. Вот тоже, блин, вот так хорошо написал, только вместо «С». Варечка, пожалуйста, твои новые стихи, я так понимаю, да? Давай, ну да. Про любовь? Нет. В тот раз про любовь не читали. Я помню. Фильм о старой ведьме. Фильмы сильно любим их мы. Они покажут то, чего не существует. Лишь фильм нас так радует. История о ведьме. Судить не мне, ужасна ли она. Красивая и умна она, старая колдунья. Молодильного наливного яблочка съела, в итоге молодухой стала. Глаза заискрились, волосы вновь черными стали. Так красиво возвивались. Бесцветные глаза снова фиолетовые, как антикварная ваза. Руки снова нежные, бледные. Вот она, прекрасная дама, в красивом синем платье, прям мечта. Ворон на котле сказал: «Агата, давно я тебя такую не видел». Та лишь громко рассмеялась, за работу вдруг взялась. Корзинку в руки и на луг, нужны цветы для обряда. Ворон давний друг, будь он человеком, была бы она рада. Корзина наполнена, на голове венок. Вдруг черный кот: «Красивой вдруг ты стала», — промурлыкал тот. «Помощь мне твоя нужна, та же сладко так сказала. И какая же нужна? Сними с девушки порчу». «Что?» Кот таинственно исчез. «А если вдруг я что-то испорчу?» — думала она. «Но помочь-то надо». Идет Агата в город, навстречу девушка бежит, живот ее вспорот, рана кровоточит. Прямо перед ведьмой на колени пала: «Молю, спаси», — просит рыжеволосая, — «наполовину ты мертвая. Уверена ли ты, что помочь могу я?» Та лишь кивнула, она и вправду полумертвая, убить ее хотели. Браво! А знаешь что ли? Напугала, да. Немножечко торопилась, когда читала, но ничего.